Друзья, если вы думаете, что здесь мы надолго не задержимся, я вас расстрою либо обрадую, потому что у нас все это дело не закончилось. Со счетом 3-0 у нас счет по картам 2-1. И мы, возможно, с вами, если команда Team Booster сейчас, а еще и Нюк проиграет, посмотрим с вами пятую карту. Это будет очень и очень интересно. Сейчас Нюк. Сейчас Денюк. Да. Сигнатурка? Заготовки ебнутые, сразу скажу. Сейчас надо идти, бля, смоки смотреть на Ютубе. Да, надо в самое время подготовиться к Нюку, потому что сейчас нужно будет его отыгрывать. Вообще, хотелось бы сказать вам, Вячеслав, спасибо большое за столь долгий, интересный, насыщенный, красивый Counter-Strike. Алексей, все для вас. Если хотите, можем и пятую ем. Мы, конечно... Да мне кажется, что мы сейчас и посмотрим и пятую карту. Не-не-не, блядь. Мы эту хотели пиздец выиграть. Мы что-то не ожидали, что, знаешь, я думал, пацаны уже на Сапсан сейчас будут торопиться. Ну там Фандер нормально так расчехлилавит. Фандер вообще пиздец 40... Фандер жесткий. 40 с плюсом нахуярил. Арин, именно вашу аналитику мы и ждем. Кстати, она явно шарит в прогнозах, потому что она 3-2 ставила, но вот я надеюсь, она ошибается, вот. Нахуй. Киберспорт сюда, аналитика сюда. А, скажите, пожалуйста, почему, как вы думаете, Ариночка, команде Team Booster не хватило немножко в концовке этой карты? Ну... Это была Арина, спасибо. Это наша основная... Так вышло. Надо было, короче, паузу брать, понял, после того раунда нереального, который пацаны разыграли. Да, когда 15-15, надо было... Надо было чуть-чуть продышаться, выдохнуть и с новыми силами. А вот как вы думаете, вы сейчас отдохнете? Что вы сейчас, какие прогнозы? Ну, вообще отдыхать не очень хочешь. Сначала хочешь заделать дело, начать, так сказать. Так вы бы не уходили тогда, просто бы даже отдыхали. А что, все готовы? Спроси голос. Нет, все куда-то ушли уже. Пацаны, вы готовы следующую? А, голоса, мы готовы следующую? Вот только два человека, бля, остальные уже по домам разъехались. Хотя бы выдохнуть. Да, уже в Питере. Остальные уже... Там, наверное, что было у вас? А, ютуберы все ушли. Когда Данжер Лех постоянно в спину заходил к вам. Блять, ебаные ютуберы. А, блядь. Так пускай расслабятся. Так давайте им техническое дадим. Техническое. У нас ютуберы после каждой катки куда-то отходят, блядь. Напишите в чат, как, куда, блядь. Да, предложение дать техническое ютуберам, потому что фрики готовы. Так мы всегда готовы, мы хотим ебать. Мне интересно, что там, как вы орали с этого момента, что Лех постоянно в спину заходит. Да он, бля, он нас жопу ебал по КД. Продолжает, суверпасы начал. Это инспектор гаджет, бля, понял, у него какой-то локатор, который на заднице неприкрытый, блядь, залетает просто и сразу ебет в жопу. Ну там первые несколько раундов, прям в начале игры он залетал. Причем, казалось бы, что он второй раз уже должны чекать. Да, да, да. Не, а у нас, причем, знаешь, у нас в тимспике бывает такая хуйня. То есть мы говорим, типа, блядь, где этот Денджер Леха? То есть, типа, сейчас он пойдет пушить. Его нет, понимаешь? А когда этой хуйни нет. А сам начинаешь выходить, и он такой спину выходит. Это вы про Денджер Леху сейчас, да? Мне нравится слышать комментарий. Дрочить. Ну, комментарий неплохой, достоин нашего внимания в любом случае. Делаю вдох, так пахнет Диор. Я искал тебя вечность. Вот идиот. Я сам скоро эту песню выучу уже наизусть, похоже. А это все слова. А, все, да. Нет, там еще есть, там вообще-то куплет со смыслом. Куплет со смыслом? Недооценивай треки Егора. Хорошо. Привет. А, Вячеслав, Денюк, вы сказали... Пиздюк. Сейчас... Спасибо за рифму. Вы сейчас сказали, что надо идти смотреть смоки на Ютубе. Вы готовы к этой карте? Не, на самом деле я не очень хорошо играю. Чатик. Сердечки в чат. Так же, как и Инферно? Нет, Инферно я не очень хорошо играю. Мне не нравится Инферно. Тоже не люблю Инферно. Так, а что, сложная карта на Денюке что будет? На Денюке будет ебасосеньки улетать будет, потому что я думаю, ютуберы еще ни одного ролика не снимали не на Нюке, а у нас очень большой бэкграунд, так сказать, с Покой на карте Денюк. Поэтому все может быть красиво. Ну, там Фандер ебет, конечно, вообще лютый. Фандер! Фандер! Филипп, Фандер! Фандер, подойди, пожалуйста, к нам. Хотелось бы лично сказать вам спасибо за четвертую карту. Держите. Спасибо. Наш герой вечера. В глазах Леши большая ненависть промелькнула. Фандер, скажите, пожалуйста, чем так Инферно вам понравилось, что вы слишком жестко стали попадать Савика? Ну, и на самом деле просто не хотелось отдавать еще одну игру, так. Сухую, как это было на стримхате. Я каждый раунд ребятам говорил, что делать. Много не получалось, мы много не договаривались в каких-то моментах, но в целом я понял, как подстроиться. Ну, Леха у вас по поясницам нормально работает. Да. Он пиздец. В целом вы довольны одной картой, но вы хотите сделать 2-2 и выйти на 3-2. Или задача минимум выполнена? Ну, больше контента дать ребятам посмотреть. Да хватит, блядь, спасибо, братан. Да, да, больше не надо. Хватит контента. У меня уже, блядь, это в натуре переизбыток. Можно пожать руку вот этой легенде?
Просто Фандер лучший. Легенда как Цой, но такой молодой. На самом деле я еще приболел. У меня, я же был в больнице 9 дней. У меня корона. И я не играл в игру вообще. Я 2 недели не играл в Counter-Strike. И то, что сейчас я играю, это первый день, наверное, за вот... Второй день вот за... А вы знаете, что такое очень часто бывает, когда профессионалы не играют неделю, например, они возвращаются и начинают очень хорошо играть. Да, я согласен. Вот, поэтому, ну вот, Слава тоже неделю не играл. У меня не поработает это. Не, ну на первой карте... Не, ну прострел на оверпассе, реально легендарный. Не, на второй на оверпассе. Вы это сейчас одно запомнили и будете до конца шоу-матча теперь говорить прострел. Да, правда, его редко получается. Хорошо, скажите, пожалуйста, вы готовы к следующей карте? Ну, карта нюк, на самом деле, там как работает? Ставят славик, допустим, на девятку или по девятку аутсайд это играть? Вы. Наверное. Да. А я все скажи. Да. Да, и второй авик, соответственно, будет играть на рампе. Пальцами не буду показывать, кто это будет, но... Это Байовал. Байовал будет? На самом деле, нюк очень сложная карта, потому что она двухэтажная, и там нужен постоянный человек, который будет отыгрывать секрет, собирать информацию по улице и так далее. Формально она трехэтажная, если подвал засчитать. Ну да, если еще, да. Ну да, примерно, да. Ну, в общем, в целом карте готова. Просто Слава, например, и команда Бустера не знает смоки на нюке. У нас, ребята, на Инферно, только я знал смок гробы. На нюке нет. Слушай, ну хуй его знает. У вас прямо раскидки были, мы в какой-то момент стали подозревать, что вы тренировались. То есть вы отрезали хлпу, понял? Ну вот у нас ребята другие давали смок КТ или вот не, на апленту, понял? Чей-то смог был, который падает, отрезает бипли, малые? Зелень, да, малые пески. А, вот, ну, я кидал. А, это твой? Да, да. Так, ну, друзья, да, прерву вас из...